Добрый вечер, дорогие друзья, родственники, близкие мне люди, слушатели, артисты, а также все, кого я еще не знаю. Я хотел бы позволить себе сказать пару слов про уходящий 2020 год. Безусловно, это был поворотный момент в истории человечества, России и наших жизней, каждого из нас. За этот год мы испытали мириад эмоций, боль, страдания, потери, но главное – надежда, которая в этом году не умерла и осталась в наших сердцах. В 2020 году мы помним всех, кто ушел от нас. Мы помним всех, кто с нами. В 2021... Будущее за нами. Мы поменяем этот мир. В следующем году мы докажем и покажем, как. Я желаю всем, абсолютно всем, великолепного Нового года.